Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Юрыч, и вновь, ребята, мы с вами играем в веселые колеса. Давненько у нас не было новых свежих серий, поэтому сегодня будем исправляться. Если ждал, то обязательно ставь лайк, подписывайся на канал, если ты впервые, и, в принципе, давай уже начнем. Итак, первый уровень Spikefall, сегодня будем смотреть на лучшие уровни за последнюю неделю. И что-то Spikefall-то жесткий немного, чего-то слишком быстро, я вперед-то поехал, так, аккуратненько. Черканул жопой, значит все хорошо. Да, я же говорю, если чуть-чуть черканул задницу, значит все с тобой будет в порядке. Но это не точно, потому что ему оторвало ногу. Вайфрайт, даже не знаю, что такое, первый раз прохожу подобную карту. И ты смотри, он застревает, серьезно? Да ладно, вот это что-то новое. Я такого серьезно, ребята, еще не видел. И тут, смотри, есть тайминг, определенный тайминг. И получается, наше колесо там может провалиться в эти дырки. Слушай, необычно и очень прикольно. Так, хорошо, давай. Чё, гуд? А, типа, прошел, красавчик. А, продолжение. Давай, быстрее за волной. Нет, стой. Ехали. Ай-яй-яй, опасно. Слушай, ну тут по-хорошему надо ехать за волной. Вот, отлично. Слушай, победили сразу. Вот это вообще неплохо. Классный уровень, первый раз такой играю, еще раз повторюсь. И думаю, что режим необычный. Итак, ребята, продолжаем. 99% impossible, но, скорее всего, не для нас. Как обычно это и бывает. Ой-ой-ой-ой. Ты серьезный чувак? Почему тебе ногу не оторвало? Он просто на мини скакал, ты видел? Эй! Изи просто! Ну, со второго раза же я ее прошел. Ну, тьфу. Кстати, 4,5 звезды, я бы даже пятерочку поставил. Так, пьем и все, короче. Типа поставил. Но на самом деле нет. Crazy Battle Flip, ребята. Давненько мы не кидали бутылочку. Ну да, как всегда. Все притягивается обратно к этому чуваку. Так, ну давай куда-нибудь, красиво давай, ну давай я еще одну брошу, чтобы они вместе пар налетали. Ох ты, вот это было эпично, кстати, между прочим. Самый лучший в мире. Бэт, неплохо, ну хотя бы, так, ладно. Бум, это уже не полетит куда надо, да? А нет, полетело, смотри, опа, поймал ее почти. Хорошо. Окей! Да, просто выбил. Эй, а ты что разбилась? Так мы не договаривались с тобой. Оп. Ну, вот эта вот хрень, короче, мешает наоборот. Ох ты, нифига, он бутылку разбил. Ты смотри, он сзади бутылку поставил за собой просто. Он даже сам, наверное, не понял, как это произошло. Так, окей, давай еще разок. Че бы нет. Так. Джбоньк, давай! Эй, я думал, что он сейчас встанет лучше в мире, бодо, но нет. Опять бэт, ну твою мать. Так, оп, так выкинь ты ее уже. Понятно. Не любят, короче, его бутылочки. Так, давай, лети. Бум, не туда поставил. Не туда, к сожалению. Вот это было красиво, если бы они еще как-то красиво между собой там встали еще на ребро. Почему бутылки возвращаются обратно? Вопрос, на который я не знаю ответ. Иди летай, твою мать. Давай, покажи нам красивое что-нибудь. Ну, давай. Ноу. Ну и все, последний разок. В принципе, ничего нового мы здесь с тобой не увидим, дружище. Ну почти. Кстати, с бустером я первый раз вижу уровень такой. Хорошо. И последняя пошла тоже. Давай. Ну как просто ты ее разбил? Ну серьезно, ну вот что это такое? Вот на этом заканчивать ты мне говоришь, да? Ну как я и сказал, это, короче, последний бросок. Как-то вот так. Горячие колеса. О. Ого! Ого-го! Нихого! Вот это нормально сделали. Я живой. Ты типа проехал, ты красавчик. Кстати, неплохо сделали. Довольно-таки интересная подача, но уровень довольно-таки стандарт. Демо-уровень. Понятно. И что, я должен стрелять, как стреляю? Серьезно? Охренеть! Вот это нормально. Это что, АК-47? Ну-ка. Охренеть, это топово. Это вообще топово. Вот это самый прикольный уровень, наверное, который я играл за последнее время. А Барретт 50, снайпа. Бум. Хо-хо-хо-хо-хо. Дайте я с собой заберу трофейчики. Что это? Пистолет. На. Кстати, мне кажется, что даже не...
Почему мне оторвало руку? Это я понимаю, что мощный пистолет на такой же степени. Тут, скорее всего, не надо было даже наводиться на персонажей, он потому что стрелял автоматически, но уровень очень прикольный. Оружие особенно сделано прям вообще шикарно. Мне понравилось. Джон Сина вернулся! Да, просто смотри, там снизу пацану бошку прям размежурило. А это что живое, я не понял. А, ну-ка еще раз. На тебе! Бум! Ну башкой вниз прям дал, ну как так-то? Он же должен был сломаться. Так. Давай, вот я люблю эти уровни, они действительно прикольные. На тебе, просто сдохни, тварь, сдохни. Ну-ка, подними, давай его с ринга скинем. Чувак, давай, ну сделай это, чего у тебя ноги-то ватные, ну господи. Так, дыщ башкой, просто лбом ему дал просто, ну как. О, смотри, они между собой дерутся. Нифига у него присуха, он может на ноги встать, просто вот так отпрыгнув. На тебе в задницу. Все, ура, я победил. Что-то он не хочет стоять. О, это уже КамАЗ сутра какая-то. Так, ну и давай последний раз. На, просто жадница ему, жадницу прямо в морду жадницу. На, лбом. Слушай, он довольно-таки неплохо лбом пробивает, но мы больше с тобой ничего эпичного, к сожалению, здесь не увидим. Продолжаем дальше. А Джетфал и какой-то безумец, то что орал. Надеюсь, что мы его больше не услышим. Оу, щит. Эй! Какого хрена? Что это было? Что это за личинка человеческая теперь? Ой-ой-ой-ой. Кстати, я лечу абсолютно не туда, куда надо. Охренеть, повезло. Вот это повезло. Только что так, давай, жопа вперед. Да господи, там ноги еще, ноги еще. Вот. Гребаные ноги. Вот это мне только что сейчас повезло просто несказанно. Ну давай, полетели. А, это финиш, что ли, да? Чё, уровень какой-то кривой, я не понимаю. В центре где-то попагам, он просто лежит и не падает. Вообще бред собачий. А что ж, ребята, вот это то, что я люблю. Давай попрыгаем, чё бы нет. Так, надо тыкнуть. Хорошо, полетели! Эй! Отдай бошку, неверная змеюга! Ну-ка, почему? А, когда уже починили хп вилс в этом плане, я не понимаю. Так, давай. Господи, зачем тыкать на экран постоянно? Так, есть контакт. Сальтушка. Оп, хорошо. 3 секунды и прыжок. Роб свинг. Давай, 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 давай. Оба, хорошо. Замечательно. Это что? Это надо схватиться за нее или как она работает? Я не понимаю, серьезно, что это? Да! Твою ж мать! Don't grab! Ай! Я понял! Так, надо попасть внутрь. Хорошо. Нет. Давай вниз. Хорошо. Блин, эта деревяшка меня напугала. Я думал, что я, короче, сейчас пролечу мимо куда-то. Но я его прошел, я его осилил. Довольно-таки необычный, крутой роб-свинг. Как я люблю. А что-то, ребята, я так подумал. Давненько у нас не было пога файтша, поэтому решил его снять. И давай попробуем. Так, это просто линия. Хорошо. А, ниндзя, твою мать. Ниндзя, ниндзя, ниндзя. Трезубец больше этого ниндзя. Такое тоже бывает. Сдохни. Ха-ха, нормально, хорошо. Я любила своего сына, или я не люблю твоего сына? Это что, типа жена, что ли, какая-то ненормальная? О-о-о, походу, яйца мои она тоже не шибко-то любила. Так. Я только в последний момент заметил, что это копье, которое прямо вонзилось в задницу. Ты посмотри, господи, ну ладно. Ладно, ладно, ладно. Так. От, повезло писюну мелкому, смотри, не сдох, а мог бы порадовать нас. Неплохо пролетели, но почему-то опять топор прямо в задницу. Ну это прям какая-то кара небесная, я не знаю. Что это было? Как он через задницу умер вообще? Умер через задницу, вот это самое правильное, в принципе, объяснение. Охренеть! Вот это он всосал ее просто. Он просто этот трезубец грёбаный всосал. Он что-то невезучий сегодня, я смотрю. Вообще не везет ему. Так, давай вперед. Просто собака собрал все, что нужно и не нужно. Так, все, давай. Давай просто мы пройдем его красиво, аккуратно, без всяких вот... А тупости, и Ctrl нажми, выше лети, бабе вонзи, и дальше пошли. Так, Ctrl. Отсубери свою тыкву гребаную, так, убить нуба, я тебе сейчас покажу нуба.
Тихо, я еще живой. Тихо. Уйди, уйди, уйди отсюда. Оп, отлично. Гарри! Гарри! Иди отсюда. Хорошо, минус жирняй. Так, давай. Куда лечу-то? Что делать-то? А, это финиш, это финиш. Да, мы прошли, ребята, отлично. Роб Свинг на прощание, в принципе, почему бы и нет. Вот такой вот сегодня был у нас выпуск, необычный уровень. Особенно понравился демо-уровень с оружием, прям вообще прикольно. Пострелялся прям соска. Короче, если тебе понравилось, то обязательно ставь лайк, подписывайся на канал, если ты еще этого не сделал. Не забывай про колокольчик и прожать, получать все уведомления, чтобы не пропускать новые свежие видео. Ну и, собственно, буду рад тебе на канале, дружище. Спасибо за просмотр и до скорой встречи.